Всем привет, Вингнек Эбби, и с вами Екатерина. Решил что-нибудь посмотреть и вижу у лайкера Urne Abiotic Factor. Я не знаю про эту игру. Может, кто-то в это играл, но я не смотрела ни у кого, поэтому у лайкера посмотрю. Вот, готовьте чаечки, печенюшки, а перед тем, как начать, обязательно поставьте лайк данному видео и подпишитесь на мой канал. Да-да-да, а мы начинаем смотреть. Вы вообще... Что это сейчас было? Алло, зайчик, как у тебя делишечки? Ой, какой у тебя ротик интересный, когда ты разговариваешь. Ай-яй-яй! Боже мой. Тут Лобанов сидит. Такой Гарри Поттерк маленький. Найди меня, мама! Найди! Я знаю, где ты тут. Меня тут нет, найди меня. Когда приехал твой автобус. У тебя сиси двигаются. А у тебя двигается все тело. Ты гибкий такой, негритоська. Ты когда махал мне привет, и у тебя был открытый рот, это выглядело как... Да-да, как будто ты в ротик давал кому-то. Без комментариев. Дает в рот себе! Пошли покажу. Пошли покажу тебе торт. Это мужской. Ну что ты орешь меня? Ну ты смешно. Ну да, очень даже это как будто бы не говорит, а как будто бы орет. Не гритос. О, нифига, это мне. Сейчас одену. Ты у себя под мышкой колупаешься. Приветик. Кстати, да. Так, это у меня от мамы радикулит. Это от папы у меня язва. О, вот оно, пенсия бабушки. Гитлер я был. А? Я дурное тело. Хочу лишь только секс. А ну иди сюда, я тебя уколю. На тебе шприц. Нам сюда, видите, тут тоже закрыто. А я вашу попку уколю игольчик. Боже, как же ж вы ползаете, под юбочкой вас все видно. Вот тут надо по таймингу очень быстро успеть проскочить. Ну да, очень смешная поза. Давайте. Вы видите ваш труп тут? Да, вот она, я лежу. Слушай, я ничего такая баба, я до сих пор не понимаю, как ты удерживаешься. Ты похож, у тебя мама не горгулья случайно? Что за поза? Всем привет, кто здесь? Какая милая кошечка. Сиамский. Ай, сиамский гандон. Покемон, я выбираю. Что это такое? Это смесь таракана и какого-то хомяка с шипами? Или это дикобраз так это мутировал? У тебя, ёб твою мать. Ёб твою мать, поймал. Ты чё, блядь, ногами его запиздиваем? Всё, 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 сисясись. Вот тай мусорку. Всё, сисясись. Нож? У меня нож. А у меня, знаешь, у меня отвертка. Лечитесь, лечитесь, я не специально. А у меня нету ничего, у меня нет проблем. Нет проблем, потому что меня зовут Наташа. Вас зовут Наташикс? Знаете, вам тоже нож. Меня Наташа зовут. У Наташи есть нож, Наташа. Идите сюда, я покажу вам, где спать. Где? Где вы? Вот здесь. Где вы? Я здесь, идите по звуку. Так, иду по звуку. Идите сюда. Здесь закрыто. Ну сюда, идите. Да где это вы сейчас? Это я, вот я. О, вот я. Да я видел. Пошлите, покажу вам комнатушечку, тут я живу. Какой милый у меня сосед. О, телегризор. Что вы делаете? Компьютер разбираю. Я ложусь спать. Спокойной спишь? Ночи. Ты спишь? Да. Блин. Да. А мне как поспать? Там клавиша надо как-то зажать правильно. Поспать надо, да? Сейчас. Разобрал. Привет, я Наташа. Пиздяо. Да уж. Я поварёшка. Я поварёшка! Я поварёшка! Я поварёшка! Что это тут? Часы. Может интеграцию в них вставить? Сейчас я его буду убивать. Баба, я убиваю! Бабушка, бабуля! Конечно, два удара, блядь.
Ты, сука, Стивен Спалберг. Давайте я вас уколю сейчас. Оп, оп, а ну-ка. А даже во время того, что когда там переодевать и так далее, то, тоже там можно говорить понятно. Подождите. Я уколол себя. Господи, ты горе-наркодилер какой-то. Итак, Богдан, вы зашли на ковер ко мне в кабинет. Быстро. О. Это порча имущества, статья 177. Извините, я новенькая тут у вас в компании. Вы седой негр, вы вообще... Я поехала. Куда поехала? Давай гоночки устраивать, сиди сюда. Идеально только здесь на креслах ездить. Блядь. Это не я, это не я. Тут ты прячешься, я сейчас фонарик на тебя подключу. Где ты есть? Где ты есть? Где ты есть? Где ты есть? Заставляет человека, колясочника. Ах ты, вот, ну сейчас я тебя догоню. Это я, Ниночка. Сейчас я догоню тебя с отверткой это в руке. Я, Нина. Сейчас. Это я танцевальная Люба. Тут есть гигаглю. Гиглю? Гигаглю, типа мегаклей, суперклей, походу. У меня твой писюн в руках, по-моему. Это не мой писюн. У меня нет писюна. Вот такой у вас? Да. Здесь сидит Хитман, агент 47. Не подошла ему ни одна одежда, он не смог ни в кого переодеться. Наташа, что ты так дрыстанула при виде меня? Успокойся. Кого бы ты выбрал? Ее вот посмотри, или меня вот такую вот? Ну, танцовщицу, конечно. Пошла туда. Я вам сейчас покажу, тут есть спортзал. Смотрите, да? Тут. Где вы? Вы где? Да вы пропали вот тут. Женщина. А как ты сюда попал? Вот так вот. Как? Куда ты прыгаешь? Ну ты сюда зашел. Я не заходил туда. Ну я тебя... Ну так-то да, он сюда не заходил. Оттуда слышу, Богдан. Не, сзади. Я Нина. У меня мальчик показывается. Мальчик? Малыш виднеется уже, посмотрите. Сразу в джинсах родился. Смотрите, что у меня есть. Я теперь боксер. Да. Я теперь Наталья Борец. Да. Бабуля боевая, да. Ребят, купил на распродаже своего не... Вот он. Тихо, ай, за нос. Ай-яй-яй-яй. Ой, что это? Я не буду вам помогать. Пожалуйста. Давай спрячемся в этой комнате. Заходи. Они умеют дверь открывать. Не умеют, нихуя не, я тебе говорю. Умеют. Посмотришь. Бля! Ебать, я умру сейчас, а то голода, я хочу кушать. У меня есть клей. Съедобная клей! Олег, нет, прощай, Олег, любил тебя! Блин, ребята, умер подписчик. Как разыграть его аккаунт? Что это у тебя за новый Redmi какой-то, айфон был? Это батарейка. Я тебя, пока ты спишь, уколю. Извини, если будет зависимость. Ух ты. Ух ты. Уха. Здрасте. Я Нина! Я Петрович. Да, какой ты, бля, Петрович? Ты бы мог быть Петровичем, если ты был здесь, но ты где-то в Манхэттене родился, блядь. А что, если бы в черную дыру залезть? Олег, не надо пока что в черную дыру. Почему? Она такая заманчивая. Давай, ты первый. Ты же черный, и дыра черная. Какая-то связь-то все-таки должна быть. Она для чего-то такая родилась. Хорошо, смотри. Ой, блядь, Олег. И полетел. Интересно, я дозвонюсь до Богдана. О, Богдан, я дозвонился до тебя с мультиверса. Межгалактические звонки. Вот это Vodafone. Роуминг, звони на Луну теперь всего по 25 копеек в минуту. Богдан. Он прыгнул в черную дыру. Но тут еще столько всего. Ай, блин. Ай, я упал, сломал ногу. Мне больно в реальности. Стало полное погружение. Ребята, подписывайтесь немедленно. На.
Лай, лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Во всем виноват Джохан, это лай, лай. А что лифт не вызывается? Вызвать. А, блядь, он что, меня раздавил? Сука, дай мне лифт! Мне дали лифт. Ожидание. Придурки. Ой, бля. Это мой пенис после 18 палок. Оу. Ты меня подкручиваешь, слышишь, ты за своими болтиками следи, ты проститутка. Зюбик, зюбик, зюбик. Это нормально, что мужчина в таком возрасте еще какие-то гайки мне тут будет закручивать? Мне пришла повисточка. Я не хочу умирать, что со мной будет? Мне пришла повисточка. А может быть, я попаду в другое время временно? Я стану танцором. Олег. Так вот, я стану танцором! Мне в кулечек насрали. Я тебе говна наложу в пакетик, это как в том меме. А для чего он? Говна в тряпочку наложу, вкусно будет, скажешь. Мне в туалет надо, я обсираю. Веди меня в туалет быстро! Где срать? Закрыто! Мой друг сейчас укол... Тут еще и справлять нужно, понятно. Окейца, ребята! Прикрой. Как срать? Ой, тут мини-игра с говном. Какаю. Какаю. Да замолчи ты уже. Хватит говорить, что ты какаешь. Я походу писяю. Кто-то щемится в унитаз. Так, ну мы сейчас там провалимся, Олег, походу. Мы не провалимся здесь. Почему мы должны здесь проваливать? Я построил мост, пойдем. А, ты не можешь тут прыгать. Ты не можешь тут прыгать. Глянь на его ножку. Дергается. Танцы кружусь, в танцы ебусь. Вы выглядите страшно. Ну и я стараюсь. Мы там были? А, мы там были. Нам туда не надо. Туда нам не надо. Это там, где черная дыра. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А что я нихуя не вижу, бля? Отъебись, сука! На поводочке, Богдан. Ребята, вы гулите своего Богдана правильно. Какая долбёжка, такая и кормёжка. Или какая кормёжка, такая и долбёжка. Сдавайся, я не буду тебя поднимать. Тебя опять за попу поймали. Блядина. У тебя такая сладкая попка, что все языки распускают. I'm your penis. Я знаю. А мы заберем мост вот отсюда сейчас и поставим там. Богдан тут оставил почему-то свою дубинку, она поломана. Так, пик. Бля! Я хотел по-умному, там нужен еще один мост, а распаковать мост, забрать его, он распаковался на ту сторону. Малыш, оторвись от компьютера, удели жене. Это так неожиданно. Удели, солнышко, мне время. Тебе скучно и одиноко? Посмотри на меня. Привет! Смотрел слово пацана? Блять, даже лучше, чем я думал, получилось. Хорошо. Блять! Ты что, серьезно? Ух, бля, я... Бля, ты чё на... What the fuck? Бардал, у тебя клопы в кровати! ЛГБТ-клоп! Это просто массажный клоп, вы ничего не понимаете. Эксперимент ставил, скорость в кровати развивал для своей женщины максимальную. Ребята, записывай видео. Ребята, это я. Сейчас я отправлю в черную дыру. Давай. Сейчас уберу. Всем привет, ребята, это я. Сейчас. Да, блядь. Всем привет, ребята. Это я. Я сейчас Да, вот так. Всем привет, ребята, это я. Я сейчас попаду в черную дыру. Она находится там. Разнесет ли меня на спагетти, как в сериале Локи? Кто смотрел, подписывайтесь и начинайте танцевать, потому что мне осталось жить всего 3 дня, ведь у меня раз. Я пошутил, хе-хей, 2. Тут пахнет твоей мамой. И дырка таких же размеров.
гребаный. Юху, ребятки, а вот и конец видео. Все как вы хотели, где я? Эта игра очень классная, мы обязательно с Богданчиком снимем еще. Возможно, если тут наберется 12 миллиардов лайков. Всего ничего для канала с 12 миллионами подписчиков. Всем пока, до новых приключений. Увидимся в новом году. А в каком это новом году, блядь, еще одно видео будет вообще-то. Ну теперь точно пока всем, ребят, я пошел какать. На самом деле, я обожаю блинчики. Вот когда их немножечко помажешь пчелиным каликом. Ой, с пчелиным каликом эти блинчики. Это мне вообще так что? Нравится. Я обожаю блинчики с пчелиным каликом, да и без пчелиного. Я вот подумал, оу. Ребят, все, ролик сворачивается. Я забираю все свои манатки, ролик завершается. Все. Кто не понял, все, ребят, все, о, пока. Ролик говорит вам пока. Цирк сворачивается, цирк уезжает в другой город, на другой канал. Канал этот, кстати, называется Гавер. А-а-а. Там цирк продолжается. Не знаете, где Гавер? Там мы делаем вот так вот иногда. Ну ладно, ребят, я посмотрела видео. Забавно. Мне даже понравилось. Надеюсь, и вам тоже понравилось. Обязательно поставьте лайк. А так, всем большое спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И если хотите подписаться на группу ВК или на сервер Дискорд, то, пожалуйста, на YouTube-канале вы можете найти ссылки на группу ВК и на сервер Дискорд. Также на Boosty я прохожу игры на VL18+. Также вы можете найти ссылку на YouTube-канале. Всем большое спасибо. Всем пока.